Здравствуйте, уважаемые партнеры компании Amarkets. В данном видео вы узнаете, как создать карту предоплаты для клиента и активировать ее. Прежде всего, вы должны авторизоваться в кабинете партнера. Слева в меню необходимо выбрать раздел «Инструменты», далее «Карта предоплаты». Обращаем ваше внимание, что карту предоплаты сможет активировать только клиент, привлеченный вами и находится в вашей партнерской группе. Далее вам необходимо нажать кнопку «Создать карты предоплаты». Вы можете создать любое количество предоплатных карт любого номинала. После создания карты предоплаты с вашего кошелька сразу будет списана сумма, равная балансу созданной карты. Теперь у вас появились неиспользованные предоплатные карты. Вы можете дать специальный код клиенту для активации. Клиент, в свою очередь, должен зайти в кабинет трейдера, в раздел «Ввод вывод», далее «Активировать карты предоплаты». После ввода специального кода баланс клиента автоматически пополнится на сумму созданной вами карты предоплаты.